Друзья, всем привет на канале Цех номер один. Сегодня небольшое видео о сидушке в корыто, в сане волокушу. Значит, уже один раз съездили, без сидения некомфортно. Пошел, у нас рыболовный магазин есть. Продаются вот такие вот сидушки. Пластмассовая. Стоит 460 рублей. Хлипенькая такое, довольно-таки. Ну и решил его усилить и сделать под него рамку. Смотрите, взял профильную трубу, квадратную, 15 на 15, 2-миллиметровая стенка. Выгнул в профиль сиденья вот такие вот дуги. Сиденье будет ставить вот сюда. То есть получилось жестко, все хорошо. Закреплю на 6, на 8 болтиков, не знаю. Болтики на 6. Здесь был впатай, здесь гаечки самоконтрящиеся. Рамка вот такая вот получилась. Я скажу вам, жесткая. Менять держит хорошо. Также в качестве несущего каркаса использовал эту же трубу 15 на 15. Здесь поставил уголки. Уголки 40 на 40, с одной стороны и с другой. От кровати облегченный уголок. Также выставил все, поставил. Сначала вот эту рамку на живульке, на прихватке собрали. Поставили на борта, все это выставили. Прихватил сварочкой и просверлил отверстие. Здесь вот идет обвязка металлический. Такая же труба профильная, 15 на 15. Не знаю, какая стенка, там, скорее всего, полторашечка тоненькая. Но ничего, хватает, ребята. Во-первых, корыто еще усилилось. Вот, когда закреплю, уже на болтике наживуливал. Борта меньше шевелятся. Ну и сидеть удобно, я вам скажу. Уже пробовал эту конструкцию. Вот так вот это выглядит. Вот в ленте нашел вот такие вот накладки, дети катаются. Она четко прямо на сиденье подходит. И по ширине, и по высоте. То есть вот ее закреплю потом. Будет вот такая вот мягкая сидушечка. Сейчас зачищу сварочные швы. Покрашу, установлю. И посмотрим, как это будет выглядеть в готовом виде. Значит, сиденье поставил как можно дальше. Конец корыта, чтобы грузиться удобнее было по центру, можно было поставить, но как бы борта здесь сильнее ходят. Поставил его вот сюда, вот, чтобы спинка была практически вровень. Вот сюда вот поставлю заглушки, 4 штуки, чтобы не попадало. Нет, вода там не собиралась, не ржавели они снутри. Красить придется на 2 раза, скорее всего. Ну вот, друзья, закончил. Значит, сиденье, краска высохла за ночь. Прикрутил вот на такие барашки болтики на 6. Сделал эту съемную сидушку. Можно было заносить в палатку. Шнур эластичный, 2 крючочка. Снимаем, одевается. Такая вот получилась сидушка. Держит и надо легко. Довольно-таки удобно. Ну все, в путь. На этом всем до свидания. Кому понравилось, палец вверх. Кому нет, вниз. В следующем видео расскажу, как буду делать тент и стекло лобовое.